Прикупил недорого вот такие пауэрбанки, резервные источники питания. Прикупил недорого, поэтому взял несколько штук. Смотрите, вот когда-то по интернету брал вот такие вот коробочки. По сути, это одно и то же. Только я вот эти коробочки брал по такой цене, как сейчас удалось взять. Вот такие новенькие, уже со встроенным аккумулятором. Сейчас свет наведу. Красивый. Смотрите. Траст. Урбан. Официальный сайт. Европейская техника. Ну, естественно, сделанная в Китае. У каждого свой индивидуальный номер. Давайте посмотрим. Разный. Видите, как классно. Барселона. Сайт у них очень красивый. Заходил, смотрел. Внушает доверие. Ну, покрасивее сделано, да, чем вот эта вот кустарщина. А вот электроника там, похоже, одинаковая. Смотрите, здесь. Кстати, вот пару раз пользуешься, и начинается у тебя тресканье вот этой крышки, смотрите. Не очень они годятся, кто захочет покупать. Вот такие, они тоже разноцветные были. Но ничего, ничего, игрушечка интересная. И даже для детей интересно. Вот прикупить такую лампочку с разъемом USB. Там еще есть на гибком таком переходе. Типа настольные. Дети с удовольствием играются. Кто хочет игрушку детям электронную, покупайте. Так вот, смотрите. Купил почему? Внутри же уже аккумулятор встроенный. То есть не просто коробочка. Вот когда он отдает энергию, он светится синеньким. Там в инструкции написано, что одно синее, там окошко одно красное, нифига. Там видно двухцветный светодиод или два, и стоит просто прозрачная пластмассочка. Вот отдает энергию. Отдает энергию через большой разъем. Отдает на телефон в данном случае, вот на Samsung. То есть вы можете вот смотрите, можете отдавать с этой пауэрбанки энергию на телефон. То есть удобно. Для чего? На рыбалке, в походе. Замечательная штучка. Когда хотите эту пауэрбанку зарядить, то наоборот, шнурок переключаете. Сюда USB маленький разъем, а большой на ноутбук. Так вот, вот эту черненькую я сейчас, синюю я зарядил IMAX. Разобрал, зарядил IMAX, понравилось, и поэтому побежал, купил еще. Ну, достались уже только черные. Вот, так вот, не стал IMAX, зарядил от ноутбука. Взяла заряд хорошо, хотя здесь, похоже, они прямо в ноль были разряжены. Взяла заряд. Сейчас разберу и разряжу на IMAX до 3 вольт. Сделаю разрядку. А потом зарядку и посмотрим реальную емкость. Есть ли здесь 2200 или нет. Ну, сделано очень аккуратно, очень красиво. Мне нравится. Качество изготовления. Когда заряжается от ноутбука, два окошка горит красным. Когда отдает, горит синим. Давайте попробуем разобрать. Откуда начинать? Вот шовчик. Так, с него и попробуем. Вот вместо всяких медиаторов предпочитаю
Вот такие вот заточенные вот таким вот образом отвертки. Когда-то мне их досталось десяток. Я разные такие вот экстракторы сделал себе. Хотя есть у меня и вот такие штучки. Вот рекомендую обзавестись инструментом зубного техника, стоматолога. Иногда очень там хорошие лопаточки красиво помогают где-то поддеть, подцепить. Отверткой подцепляете, а экстрактор вставляете, держите там пластмассочку. В общем, сейчас посмотрим. Так, хорошо. Вот, да, он, в принципе, должен расщелкнуться хорошо, я смотрю. Так. Так, вот так вот. Вот, вот, в принципе, все хорошо получается. Так, все хорошо расходится. И здесь вот так вот. Отлично. Смотрите. Аккумулятор. 2016 год, 7 месяц. Никакого обмана, на упаковке написано. Вот. Четко. Grid Power. Great Power. 2200 миллиампер час, 3,7 вольта, тип 18650, то есть то, что нам нужно. Смотрим, такая же платка, да, стоит. Вон она, та и пластмассочка, которая светится. Но светодиод, вот да, вот там, смотрите, в этом желтом, вот в уголочке, можно его сюда поставить, а можно вот прямо напротив клеммы, смотрите, да? То есть здесь напротив клеммы нет, а вот там вот в уголочке он стоит. Так, хорошо. Давайте же посмотрим качество. И вот кто хочет в металлоискатель аккумулятор с возможностью припаять, смотрите. Просто супер. Так, я даже вот так вот сделаю. Смотрите, какие защелочки там удобные. И рассеиватель, тот, который я советовал и в металлоискатель клон PAVR делать. Так, смотрим, такая или не такая плата. И отсюда сейчас вытащу. Конструкция совпадает или нет? А немножко не такая. Немножко не такая. Видите? Может быть, схема-то и та, но разводка другая. Так, качество разъемов. Качество разъемов. Так, маркировка на этой плате, если увидим. Вот так. Ну, здесь зачем-то заливают. В общем, может быть, кому-то пригодится. Все, сейчас подключаю к Каймаксу, запускаю, делаю дисченч и посмотрим. Идем на наш Аймакс. Так. Кстати.
кстати, я его использую постоянно. Постоянно заряжаю аккумуляторы вот от камеры. Заряжаю. И вот для этого я сделал вот такую приставочку к нему. Очень удобную. Если мне нужно зарядить такие, то использую вот такой холдер. Либо вот как в этом, просто крокодилами. Значит, смотрите. Черный у нас минус. Красный у нас будет плюс. Так, не подготовился. Надо было штатив ставить. Так, включаем. Дисчанч. Ток разряда 0,5 ампера до 3 вольт. Запускаем. Пошел. То есть, еще раз повторяю, я его зарядил от ноутбука. Полностью. А сейчас посмотрим разрядку, а потом сделаем зарядку и посмотрим реальную емкость. Полчаса прошло, 30 минут. 250 миллиампер отобрали. За час 0,5 ампера. Надо было выставить 1 ампер. Попробовать с разрядом в 1 ампер. Ну, можно будет попробовать потом. Так, прерываемся. Ну что, все по-честному. По-честному. 4,5 часа. Емкость 2248, напряжение, до которого разрядил зарядник 3 вольта, 2,99. Давайте теперь запустим заряд. И сейчас в ночь пойдет заряд. Так, понятно. Дисченч до 3 вольт, пол ампера. Сделаем ченч. И давайте зарядим 1 ампером. Посмотрим. Потому что я заметил иногда, что 1 ампером меньше заливает, чем 0,5. Давайте попробуем. Так, запускаю. И вот утром увидим. Кто не знает, сейчас он 2 минуты тестирует. А потом выставляет требуемый ток. Ну, даже не 1 ампер. Я думаю, что выставит 0,9. Так уже было не раз. Хорошо. Прерываемся. 2 минуты прошло. 2 минуты 30. 1 ампер выставил зарядный ток. Автомат. И погнал. Теперь завтра приду и увидим, сколько залил. Что скажу? Что скажу? Отлично! Без обмана! Вот зарядка током 1 ампер, 197 минут, 2200, пожалуйста. Отличные внутри стоят аккумуляторы, отличные. Я думаю, можно брать на переделку шуруповертов. Неплохо, в фонарики, в металлоискатели. Тем, кто хочет клон PAVR переделать под аккумулятор, который появится, пожалуйста. Вот аккумулятор, который появится. У него уже проводочки готовые. Берите. А у кого может быть уже он проблемный, берите вот такую повербанку, берите отсюда аккумулятор и чудесно решите свою проблему. Все по-честному. Палец вверх.